Всем привет, дорогие друзья, и я купил игру. И сейчас вы увидите, какую. Metaris Games! Да, Фрайкис, вы правильно меня поняли. Эта игра, речь идет о Beastblood. Аня вышла, да, Аня вышла. Судья инди-разработчиков, Metaris Games и Фрайкис. Не написали, а выпустила наконец игру. Beastblood вышла, музыка офигенная, как вы видите. И к сожалению, ребят, я уже записывал игру, и там был офигительный испуг. Я испугался очень сильно в самом начале. Но видео не записывалось. Сегодня у меня был прекрасный день. Я узнал о том, что когда-то был великий человек, который стал для меня как родной. Великий философ Конфуций. Он говорил такие важные вещи. Был бы я в то время. В общем, сегодня я иду в храм, чтобы поклониться этому человеку. Он значит для меня очень много. Я хочу, чтобы запись обрывается. И сейчас мы попытаемся узнать, что же было на той записи. Что он хотел сделать. Для чего? Сейчас мы и узнаем. Так, мы просыпаемся. И, кстати, я сейчас покажу сразу несколько претензий к разработчикам, какие нужно бы исправить немножко. Либо они исправились, потому что мне там в самом начале не брался предмет какой-то. Это плохо. Так, мы проспунулись в каком-то непонятном месте. Как бы сейчас будет подтверждаться теория. Во-первых, я сразу сказал, типа, еще когда разбирали трейлер, то, что мы проснулись. Да, я угадал. Это, наверное, все, что я угадал. Мы не можем открывать ничего. Да. Но я нашел баг. Да. Вот это вот. Ну ладно, это как бы... Это я такой один веселый чел, который будет ходить вот так вот и пытаться понять. Ну, типа, из-за него я понял заранее... Блять! Сука, я забыл совсем. Меня пугает этот звук. Так, а как бы... Вот как бы та самая локация из трейлера, про которую я говорил. Ну, получается, здесь проснулись. Здесь, по-моему, ничего нет. Давайте. Что это за звуки? Блядь. Так, вижу фонарик. Я его, кстати, сначала не заметил. Мы его можем взять. Блядь, меня там... Эмбиент прям жестко пугает. Блять! Ладно, пофиг. Это что сейчас было? Так. Блять. Я ненавижу этот звук. Я могу это подобрать? В том-то и дело, что я не могу подбирать эти штуки. Как? Мне нужно, наверное, выкинуть. Я могу включать и выключать это. Я могу что-то поднимать, использовать. Но мне нужно, наверное, сначала выкинуть. И сейчас чисто понатыкаю все кнопки. Нет, ребят, вообще. Типа нельзя взять. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на... Так. Мне надо быстро найти что-нибудь. Хоть что-нибудь. Тумбочки не открываются, ничего не открывается. Но тут 100% должно что-то быть. Блять. Куда звук пропал? Сука. Ну ладно. Просто пропал звук. Наверное, эмбиент закончился. Еще раз эта штука закрепит, я просто сдох. Что вот это вот за кружки? Почему, во-первых, а во-вторых, почему я не могу их подобрать? Я даже если что-то не найду, что мне надо, то сейчас я напишу разработчикам. Тот самый лифт, ребят. Типа, я напишу... Сука! Кто-нибудь может сказать, почему я пока чинил свой стул,
второй раз обосрался на монтаже, сука. Нужен ключ. Я могу включить этот? Нет. Господи, что это такое? Что это за мышка, сосиска, кибернетическое существо плюс лунтик? Господи, мне теперь везде видится красный свет. Так, быстро сейчас пробежим, возможно. Но она со мной не пошла. Я не знаю, у нее есть вообще искусственный интеллект? Кстати, двери перестали скрипеть. Значит, здесь мазываем двери. А там нет. Да? А, привет, блядь. Типа вот, а что будет, если я вот так вот возьму сюда? Зайду. У нее, походу, вообще, типа, нет искусственного интеллекта. Типа, она просто ходит. Типа, у нее, наверное, траектория. Траектория есть и все. Я сейчас пока что не буду пробовать убиваться, так скажем. Так это назовем. Типа мы пока что просто ходим и ищем ключ. Потому что он нам 100% нужен. Потому что если есть ключи, они нужны. Если нет ключей, то нам... Угу. А, ну в общем... А, что сказать? Получается... Да? Я сейчас пытаюсь... Ну типа... Как... Ей вообще пофиг, у нее заданная траектория. Так, вот здесь вот есть ящики. То есть... Опа! Это что? Я могу это выбрать? У нас есть зажигалка, что ли? Так. Корп. Корпст. Корпст. Хорошо. Так. Формер конвертес. Стат. Ребят, честно, я не особо разбираюсь в английском, если это реально английский, но сори. Drain body fluids. Fluids. Так. В 9 часов brown. В 3 часа here. Можно дверь закрыть? Не вообще закрываются? Нет, все, они не закрываются. Так, что тут у нас еще? И какой-то онс. Типа сердце, что... В общем, непонятно. Это, наверное, задачи. Я не понимаю, что вообще здесь происходит в этой игре. Да мы нашли, типа, зажигалку, что ли? Пройди, пожалуйста, быстрее. Тут-с, тут-тут-с. Мышка-сосиска, тут-с, тут-тут-с. Мышка-сосиска. Так, ладно, поехали дальше. Так, здесь... Здесь вот ящики не открываются. Вот это, я надеюсь, что это так и должно быть, потому что если это баг, то это баг очень плохой. Потому что я не думаю, что то, что я нашел, это ключ. Надо проверить сходить. А по-моему, с той стороны, я думаю, получится обойти. Но ты быстрее пройти можешь, мышка-сосиска, блин. Тут, тут, тут. Мышка-сосиска. Я боюсь, что у нее какой-нибудь коллайдер большой. Бокс коллайдера. Так, пусть пройдет. Ля, у меня же голова болит. А. Надо спать пора. Так, сосиска прошла, отлично. Мы быстренько, как рысь, выбегаем сюда. Здесь ничего нет. Я вообще не вижу, наверное, смысла здесь бегать везде. Возможно, мы что-нибудь да найдем. Как бы ищущий найдет. Ищущий всегда найдет. Как... Я не помню, как там точно говорится. Здесь ничего нет. Вот что это такое? Я не знаю, это баг? Ну это дверь как будто какая-то. Замаскированная. Так. Опа. Я не знаю, играет ли нам эта роль, но выглядит неплохо. Прикольно, мне нравится. Так. Мы взяли что это? Нам надо начать пожар. А для этого нам нужно найти ключ, да? Закрыто. И что нужно сделать, чтобы было открыто? Так, как я понял, здесь мышка-сосиска не ходит. Здесь нет. Так, смотрим дальше.
А что мне теперь делать? Ну, скорее всего, мне надо подниматься на второй этаж. Скорее всего, это как Грэнни, только в Грэнни, как бы, и всяких таких похожих играх у нас, как бы, ну, как сказать, у нас, так скажем, есть искусственный интеллект, но не у нас, а у них. Все, мы здесь все проверили, да? А, вот эту вот дверь не открывали. Почему? Твою мать! Я уже отвык. Так. Открыть можно. Блять. Отлично. Я знаю, что он сейчас здесь пройти может. Лучше отойти. Потому что она сквозь стены проходит, если у нее есть скример. Или хотя бы что-то похожее, то лучше отойти. Потому что я видел, прям как она сквозь эту штуку проходила. Вот это прям плохо, Виталь. Ну, можешь как бы сделать, чтобы она не проходила сквозь это. Потому что вот, ну, мне это не нравится. Вот! Буквально. Вот это вот, Виталь, пожалуйста, исправь. Это прям... Конечно, иди, но все равно. Так, первый этаж. Поехали. Не может быть, что здесь ничего не будет, как говорится, да? Значит, готовиться к стримерам надо. Игра, как мне рассказывали, супер страшная. Это что, собака? Прикольно. Скорее всего, здесь будет вторая мышка-сосиска. Господи, зачем такие коридоры делать? Я понимаю, что сейчас будет. Сейчас будет скример. В смысле, все? То есть. Я потратил несколько минут времени, чтобы просто пройти второй этаж. Долбануться, блядь. Уходим, блядь. А то сейчас сквозь меня пройдет и все. Так, второй этаж. Здрасте. Сука, я тебя убью, нах. Не работает уже. Короче, лифт у нас все не работает. Так, я уже не пугаюсь особо, но мне не нравится этот звук. Хорошо, что я... Это я еще потише сделал. Но не хотя, не так сильно. У меня процентов на 70. Но все равно у меня довольно громко все. Но все равно просто мне так по ушам било. Звук. Отлично. Ну что-то должно быть. Это во-первых. А во-вторых, не может быть, что здесь на втором-третьем этаже ничего не будет. Типа мышка-сосиска только на втором этаже. Ой, ну или на каком-то. Получается второй этаж. Опять эта стена. Что-то нам нужно сделать. Нам нужно найти какой-то молоток. Либо эти штуки подобрать. Типа вот эти вот кружки или что это. Но мы это не в силах. Потому что то ли баги, то ли они сделаны так, типа. Типа баги. Типа баги. Но поднимать мы не можем. Я пытаюсь найти хоть что-нибудь. Меня пугает то, что я так сильно быстро бегаю. Скорее всего. Ну, Виталя! Ну ты что, думал, никто не заметит? Ну давай, убирай. Тап! Сука. Скорее всего, там будет, да, какой-нибудь лом, с помощью которых мы можем открывать вот эти двери. О, с этой стороны нету звука. Мне нравится эта сторона. Баланс такой. С одной стороны страшно, потому что там этот скрип постоянно. С этой стороны страшно только из этой херни. Так. Что-то как-то слишком... Одно и то же все. Мне нужно найти что-то, чтобы я открыл эту штуку. Понял. Так. Пробуем найти хоть что-нибудь, пожалуйста. Ну давай. Давай не будем драться, давай найдем. Я ж найду. Ты ж меня не остановишь.
У меня есть сила, которую ты не видишь, но она есть. Я, конечно, не качок, но довольно сильный. Ты это как бы осторожно, а то я тебя там джага-джага и все. Да, блядь, меня бесит этот свет. Тут нету на полках что-нибудь, нет. Ну, типа, сейчас вот эти вот двери последние открою, это 100% должно быть хоть что-то. Прям 100%. Возможно, и там внизу все же открывается дверь, но она... Я не знаю, что с ней. Может, я не смог открыть. Ну, не может просто так быть первый этаж. И все. Я не мог ничего не пропустить. Я мог что-нибудь пропустить. Нет, не мог я не про... что-нибудь пропустить, блядь. Я путаюсь. Здесь еще есть? Вы гоните. Я явно на что-то на первом пропустил. Пойду проверю. Так. Что за этой дверью? Эта дверь не работает. Возможно, это дверь выхода. Но, типа, здесь вообще двери не работают, да? Вообще не работают. Там бессмысленно, потому что там ничего нет. Ой, господи. Ладно, пойдемте на этот следующий этаж. Может, тут под лестницей что-нибудь есть? Нет. Ладно, пойдемте. Угу. Пошли сюда. Потому что... Ну что это за кровь? Вы зачем меня пугаете? Можно эту кровь нам... Опа, умывальники. Тут кто-то походу... Ну тут понятно. Месячный. Если что, этого не было оскорбления. Понимаю, что это большая боль и все такое. Как это выкинуть? И что мне теперь с этим ходить? Я могу выкидывать. Дверь немного поломана, может мне удастся. Приоткрыть. Понятно, здесь нужно этот ломик взять. Что я взял? Я взял какой-то ключ. Скорее всего, это ключ. Возможно, да! Это ключ вот от этой херни. От пожарной херни вот этой вот. Сейчас мы до нее добежим. Я вам это докажу. Вот. Да! Это что такое? Это что за... Меня что, обманули? Хорошо, лом. Мы взяли лом. Теперь мы, во-первых, можем открывать всякие... Очень странные двери, какие я там видел, с той стороны, да. Мы теперь... Чё у нас такой железный звук? Мы можем это теперь открыть? Нет. Значит, мы откроем ту дверь. Все выше и выше. Значит, что-то будет той двери, чтобы мы смогли открыть эту. Но меня пугает, что она вся искра... Искра, вся крова... Крова... Меня это не зря пугает. Ты что, думаешь, я тебя не вижу? Так, тихо. Пока. Спасибо за прохождение. Мы продолжим совершенствовать игру и добавлять новый контент. Если вам понравилось, поставьте нам оценку. Все. Что за звуки? О, господи! Блять. Так. Ого. Ох, наконец-то вы проснулись. Ага. Так, я могу уходить? Что? Что произошло? Где я? Нас зовут Энтони. Ребята, запоминаем. Энтони. Господи, касцены, круто. Энтони, вы в больнице? Ля, мне нравится то, что добавили анимацию. Как я сюда попал? Стоп, где монстр? Ха-ха-ха, тут нет монстров. Ля, мне нравится. Единственное, мне немного не нравится, что он как будто не на нас смотрит.
Черт возьми, он какой-то дерганый. Да это просто Виталик анимации первый раз делает. Ладно, шутка. Анимации для первого раза неплохие. Доктор, что со мной произошло? Да, мне нравятся эти звуки. А, вы направились... Что? По дороге, упав в открытый колодец. А, при падении вы ударились головой о стенку колодца, отключились, расслабились, это помогло избежать серьезных травм. Ага. Как вы меня нашли? А, грубо, это не имеет значения. Так. Давай без скримеров, господи. Что-то не нравится мне это. Извините, это не, мне пора бежать. Так, ты что-то скрываешь, чел. Отдыхайте. Бля, ну звуки прикольные, но откуда они исходят? Вот это вот. А... Да ну нахер, давайте без скримеров. Доктор. А, сейчас будет скример. Ёб твою мать, блядь! Нет, 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 нет! Уйди! 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 А! Блядь! Привыкнуть можно только к смерти других. Сменить нужно каждую минуту. Ведь через минуту тоже тебя может уже не быть. Райкис. Вот послушайте этот звук еще сильнее. Давайте. Прям по ушам долбит. Так, все, мы прошли игру. Воу! Офигеть, это круто! Особенно для первого раза. А, скажу вам так, эта игра для первого раза офигенная. Вспомним, с первого раза у меня, у Фрайкис, это просто другой уровень. Это намного выше. И это круто. Витарис, Фрайкис, вы молодцы. Это офигенная игра. Да, вот анимации некоторые баги. Да. Но я, честно, я прощаю, потому что игра выглядит офигенно, музыка офигенная. Все, что единственное может меня исправить, то, что я сказал в видео. А сейчас давайте узнаем, если... почему у меня нет мышки? Сейчас, секунду. Сейчас. Если здесь скример. И у меня пропала мышка. Ладно, баги бывают. Вот. Типа, все, что я назвал, это единственное, что прям плохо. Ну, а так эта игра офигенна. А сейчас давайте делать эксперименты, и я уверен, что здесь есть что-то еще. Нам нужно поискать другие способы, так скажем, прохождения. Значит, тут еще можно, во-первых, умереть, может быть. Возможно, у нас есть... Давайте посмотрим. Начнем с того, что мы сейчас влетим со всей силы в этот... В эту вышку сосиску. Прям со всей силой влетим прям к ней. А ну стой, ты! Так, мне страшно, но у нее прям... Я прям уверен, должен быть скример. Давай. Эх ты, Витарис. Где-то я уже это слышал. Что если мы несколько раз сдохнем? Давайте специально я это сделаю. И я пока что сделаю потише, чтобы не было вот этого постоянного звука. Кстати, этот звук я использовал где-то... А! В какой-то части Стёпы я это точно использовал. Мы будем умирать и умирать. Давай, прям к нему. Не поворачивайся ко мне спиной. Прикольно у него моделька. Так, ну что-то же должно быть. А, я не взял. Давайте за ним посмотрим, что вообще это. Это какие-то ноги, какой-то
туловище странное. Так, хорошо. Какое-то странные ноги, странные туловище, хорошо. Мы вас поняли. Ага. Он как будто плюшевый, что ли. Сшитый как будто, я не знаю. У него странные текстуры. Так. Теперь он повернется. Посмотрим, как он это сделает. Ну, я не знаю, какой я раз уже умираю. Я не считал, ну давайте последний. Чисто вот так вот сиганем. Прямо на него. Короче, бесполезно умирать. Хорошо, посмотрим, что здесь еще. Мы по-любому что-то пропустили. Так, для того, чтобы нам это проверить, нам нужно сразу же быстренько взять все, что нам нужно. Во-первых, нам нужно как-то это открыть. Возможно, нам это получится сделать, когда мы возьмем тот ключ. Возможно, он открывает не только ту штуку. Так, здесь где-то должно быть. Я не помню где. Тумбочка сверху. Как бы без разницы. Сначала пусть он пройдет. Проходите, мистер. Так, отлично, спасибо. Не видно нифига. Сквозь эти якобы окна. Блин, ну звуки, конечно. Так, нам нужно разобраться, что у нас здесь. Угу. 9 часов, 3 часа, тут непонятно. Если что, я потом разберу, когда уже будем делать теорию, потому что теорию тут 100% нужно делать. Так. Берем ключ. Бежим с той стороны. И честно, вот сейчас у меня прям страшно сейчас играть, типа в том плане, что у меня как-то такое странное чувство. Атмосфера хорошо делает, играет на моем, блять, на моей психике. Так, сейчас мы летим к этой двери и забираем. Нам получается, что нужно? Нам нужен ключ с 4-го этажа. Этот ключ у нас с этой стороны, по-моему, да? Да. Что если мы возьмем? Так, я, короче, возьму эту штуку. Нам еще сейчас надо будет взять лом. Здесь вот так же возьмем, пройдем и кинем что-нибудь. Вот, например, вот в это. Не получится, ладно. Значит, кидать бессмысленно, хорошо. Так. Попробуем взять и пойти на первый этаж. Ну, который второй. Возможно, с этим ключом у нас что-нибудь да получится. Мы сейчас попробуем использовать везде этот ключ. Потому что я... Ну, мне кажется, что вот если вот... Возможно, в ту комнату можно пройти. Нет. Вот в эту комнату. Аварийный выход закрыт. Начните пожар, чтобы открыть его. Так, хорошо. Часть нам нужно начать пожар. Для этого нам нужно, естественно, что-то найти. Кстати, тумбочка-то не открывается. Нет. Ля, но атмосфера у меня до сих пор вот такое чувство страшное. Мне прям страшно сидеть сейчас. Так, пройди быстрей. Отлично. Так. Угу. Чё мне нужно? Мне нужно эту штуку открыть. Хорошо, попробуем сейчас открыть эту штуку. О, сейчас нету этого бага. Так, возможно, мы здесь что-то пропустили. Нет, здесь точно нет. Так, ну пробежимся и возьмем. Получается, что нам нужно пробежаться. Можно здесь что-то мы пропустили. Но нам нужно как-то открыть вот эти вот каменные херни. Я искренне надеюсь, что это не просто баг какой-нибудь. Возможно, мы что-то здесь пропустили, это возможно.
Раковина здесь ничего нету. Что вообще это такое? Какая-то странная штука. Может, здесь что-то лежит? Нет. Нет, мы сейчас не будем использовать. Нужно попробовать как-то это все открыть. Возможно, на первом этаже как-то использовать. Так, вот мы здесь. Опа! Опа! Сайнар, бой! Ля, ну, потом попробуем через этот способ тогда. Ну, извините. Это не я, это игра. Так, пока что не будем ничего делать. Нам надо найти, получается, что-нибудь еще. Потому что, ну, не может. Здесь еще есть 100%. Ёп! Вообще, я так понимаю, первый этаж вообще... Так, комната. Понятно. Можем посмотреть, есть ли что-нибудь за этими комнатами. Пипец, эта комната длинная. Так, вот там вот что-то, по-моему, есть. Мы здесь ходить не можем, скорее всего. Ну ладно. Давайте пока что попробуем поискать что-нибудь. Для начала, так скажем. Вообще-то... Это что? Так вот, что здесь за комната? Тут видно? Так вот, что там? За той комнатой ничего нет. Какой-то только шар. Здесь также, получается, 4 этажа. Это ж крокозябра, значит, меня может закрокозябить. Ля, ну вот это вот вообще офигенно. А. Так, мы можем ходить, получается, по этим всем херням. Так, я попробую сейчас еще выше. Быть выше, чем небо и шире. Еб... Ну вот мы и поиграли. Так, мы можем сейчас через него, так скажем. А все. Проел со всю оставшуюся жизнь. Пипец. Так, ну давайте попробуем как-то выбраться. По-любому как-то можно же. Может, через баги. Ну ладно, мы доигрались. Ладно, думаю, тут, скорее всего, уже ничего нету. Если только попробовать этим способом. Но так все, думаю. В следующей части мы попробуем еще что-нибудь сделать через этот способ. А пока что всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, с вами был я, просто Макс. Всем удачи и всем пока.